нас личные женщины бродят по свету. Буквально два слова на тему на эту. Во-первых, есть женщины рыбки и птички. Есть зайки и пупсики, пышки и спички. Драконы и змеи. И тысячи кисок. Тут крик из толпы. Огласите весь список. Есть женщина смирна. Есть женщина вольна. Есть женщина Нива. Есть женщина Вольва. Есть женщина Платма. Женщина Лед. Женщина Лезвие. Женщина Йод. Есть женщина Дев. Есть женщины Овны. Есть женщины Где вы? Есть женщины Вот мы. Два мира, два полюса. Женщина Хмель и... Девочка, помнишь, я нес твой портфель? Маняще, девушка Бригантина. И женщина, где ты шатался, скотина? Есть женщина-повесть, есть женщина-строчка. И просто конец всему, женщина-точка. Нет, двух одинаковых. Женщин на свете. Мы кое-что поняли в этом предмете. Всегда предсказуемо женщина эхо. И в 70 женственно женщина пьеха. У женщины бабы простая натура. И женщина пуля, как водится. Все время колеблется женщина сила. И есть свои плюсы у женщины минус, у женщины червы огромное сердце. Душа на защелке, у женщины дверцы. Ведут себя женщины не одинаково. Уж мы-то от них насмотрелись всякого. С рассветом поднимет вас женщина утром. А вечером женщина сама с утра. От ливня, от снега, игра в игрой. Надежная женщина. Тип рубероид. Лишит разом женщина ром. На место поставит вас женщина бром. Женщина юг, бесследно поглотит вас, женщина юг. Вот женщина свечка сгорает от страсти, стирает старательно женщина ластик. Доколь подстрекать будут нас на поступки? Маньящие, жадные женщины. Губки. Застряв словно в джунглях, в словах непролазных, мы славим всех женщин, хороших и разных. Замечу! От имени всех мужиков. Вы все, что нам нужно во веки веков. И, кстати, Леонтий Озерников, художник с харизмой, открыл для вас мир через женщину-призму.